Четыре правила, как нужно писать девушке. Первое правило – это без ошибок. Даже если девушка пишет с ошибками, но ты должен писать правильно, она это заметит. Второе правило – это писать искренне. Можно написать: «Ты мне очень понравилась, я хотел бы с тобой познакомиться». Пускай не оригинально, но это лучше, чем примеры, которые я приводила в прошлом видео. Прошлое видео как раз было на тему, как нельзя писать девушке. Можете посмотреть, кто не смотрел. Третье правило – нужно быть оригинальным, но здесь нужно быть и осторожным, потому что твои шутки она может не понять. Это переписка. Аккуратно. И четвертое – задавай вопросы. Задавай вопросы и попутно рассказывай о себе, если она не задает ответные вопросы. На два ее ответа, на твои вопросы, расскажи что-то о себе, как будто ответь сам на свой вопрос. Это нужно для того, чтобы беседа поддерживалась и чтобы у нее не возникало ощущения допроса. Примеры сообщений, которые меня зацепили. «Извини за нескромность, у тебя шикарные ножки». Я ответила: «Не извинила бы за скромность». Но такое сообщение лучше отправлять девушке за 20. Если ей 15, она сможет расценить это как, ну, нескромность, вульгарность. Здесь нужно тоже быть аккуратным. «Привет, очень хотел бы с тобой познакомиться. Ты мне понравилась, ты не занята?» Я имею в виду, что если у тебя молодой человек, все просто, честно и без понтов. Вот что нужно девушкам. И это оказался хороший, добрый парень. Девушки, напишите в комментариях, понравились ли вам бы такие сообщения. И вообще, какие сообщения вас цепляют? Напишите. А парни, напишите в комментариях, что больше всего вас раздражает в переписке с девушками. И если вас интересует какой-то вопрос, вы можете задать мне его в личку или написать в комментариях. Я создам вам видео-ответ. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь, смотрите с друзьями. Надеюсь, они вам помогают. До новых встреч!